Челябинской области погиб пешеход. Мужчину сбили поздно вечером на трассе. Все произошло в районе поселка Малая Сосновка. Погибший 27-летний мужчина. По данным ГИБДД по Челябинской области, он переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В этот момент по дороге ехал Hyundai Elantra. По предварительным данным, водитель иномарки не заметил пешехода. В момент трагедии на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы, которые могли бы водителю помочь заранее увидеть пешехода в темное время суток. Пешеходам госавтоинспекция рекомендует обязательно оснастить свою одежду световозвращающими элементами. Мужчина получил смертельные травмы. Возможно, молодой отец торопился домой. С собой у него было несколько десятков памперсов. В Златоусте столкнулись элитный внедорожник и грузовик. От удара «Газель» развернула на проезжей части. Момент ДТП попал в обе камеры уличного наблюдения. Все случилось на улице Гагарина. По словам очевидцев, оба водителя ехали на желтый сигнал светофора. На кадрах видно, как «Мерседес-Бенц» выезжает и задевает грузовик. Благо, водитель «Газели» не теряет управление и меняет экстренное торможение. Машину хоть и вынесло на пешеходный переход, людей там в это время не было, никто не пострадал. В Челябинске, как сообщают очевидцы, загорелось авто. ЧП произошло на улице Хлебозаводская. Видно, как из-под капота отечественной легковушки валит дым. Тачка загорелась. Фи, ни хрена себе. А нет, это походу просто тосол. Видимо, под капотом ВАЗа коротнула проводку, а в районе теплотехнического института столкнулись два трамвая. Пострадавших нет. Как это случилось, выясняется.